Добрый день. Ну, сегодня дополним наш сонник. Давайте посмотрим, к чему снится грязь. Вот что такое грязь я тут выписала. Поэтому какие могут быть символы. Грязь – это негативный символ. В любом случае. У позитивного тут ничего нет. Почему? Потому что когда много грязи, это всегда плохо. Поэтому мы и толкуем символ всегда в негативном ключе. Ну и к чему он может быть? Неприятности, например, приземленным желанием тоже может быть. Когда вот идут приземленные желания, которые могут достигаться не очень честным путем. Ну, давайте посмотрим. Так, попасть в грязь. Если участвовать в чем-то, вот может быть в ссорах, может быть в каких-то разборках, все остальное, это нечаянно, может быть, в чьих-то разборках попасть. То есть вы попали в этом отношении. Или какая-то ситуация произошла, которая неожиданно для вас вышла. Если вы снитесь, вам снится именно вот это, такой символ, значит, будьте где-то поаккуратней. Ходить по грязи. Вот ходить по грязи, это вы можете находиться среди людей, которые, ну, будем говорить, не очень хорошие. Почему? Ну, то, что не хорошие, а не очень. То есть это может быть ходить по грязи, это может быть пить среди алкоголиков, может быть, находиться. Может быть, там, где люди воруют, может быть, тоже есть не очень чистоплотные люди. То есть здесь ходить по грязи, это не очень активное ваше участие, но тем не менее вы находитесь именно вот в этой среде. Грязная машина, которая застряла в грязи. У человека, если есть бизнес, вот, например, машина, смотрим, машина достаточно дорогая, хорошая, но она вся в грязи и застряла в грязи. Это может быть символизировать то, что движение застряло. Почему? Потому что грязная машина. Она измазалась в грязи, застряла в грязи. Почему? Потому что вполне возможно, что, может быть, это как бы обратка идет, когда человек, может быть, не очень порядочный бизнес есть. То есть, может быть, обманы какие-то, может быть, поэтому не будет двигаться. Может быть, еще какие-то, вот будем говорить, подставы еще и прочее, прочее. Вот поэтому вот машина, бизнес может приостанавливаться. Так, давайте, что дальше у нас может быть? Ну, грязная лошадь. Вот, например, вы видите грязную лошадь. Одно дело, когда лошадь в говнеце, это не грязная лошадь. То есть, бывает корова в говнеце и все остальное. Если это грязная, это символ. Грязное должно быть именно. Почему? Потому что в говнеце это, в принципе, это к деньгам. Это работа к деньгам, которая пристает, будем говорить, к вашей работе. Вот говнецо пристало к лошади, к корове. Это значит, деньги в дом могут быть. И если к корове, например, говнецо пристало, она вся, будем говорить, в своих фекалиях, значит, в дом принесется прибыль. Ну, так как корова все-таки это немножко нервного такого характера, она молоко дает, все остальное. Поэтому здесь могут быть переживания какие-то из-за денег. А вот если грязная лошадь, это другое. Вопрос. Просто это работа, которая может быть связана, ну, грязная работа, то есть это запыленная какая-то работа, может быть, когда, может быть, штукатурка и все остальное летит везде, поэтому штробить, например, стены надо, то есть, может быть, именно приснится к этому. Если вот строительные материалы в грязи, вот что такое стройка? Стройка, строительные материалы. Значит, что-то у вас, обратите внимание, или вы можете строить квартиру, или строить бизнес, или еще что-нибудь, он валяется в грязи, или вы решили, например, построить бизнес. Обратите внимание. Почему? Потому что это может быть неудачным сделкам каким-то, если вы покупаете квартиру, например, может быть, потому что строительный материал. Но тут не обязательно стройка. Тут то, что строится, это только-только начало. И поэтому здесь надо быть просто поаккуратней. Грязные занавески, которые висят, например, в доме у вас. Или у вас в доме, или где-то. Опять надо смотреть, чужие или еще что-нибудь. Например, женщине снится сон, что она видит грязные занавески у своего сына с невесткой. Это говорит о том, что какие-то ссоры и недопонимания скрываются. Почему? Потому что скрываются от внешнего мира. Есть семьи, которые, ну, будем говорить, выставляют. Поссорились, прибежала на работу, рассказала, какой у ней муж, такой-сякой, и все остальное, все рассказала. А есть люди, которые рассказывают, что у них все великолепно, все хорошо. А внутри дома идут и ссоры, и прочее, прочее. То есть это, и вот это может, вот эта женщина и уловила. Дальше. Если грязный, обшарпанный дом, ваш личный, это дом обычно связан со здоровьем. Поэтому со здоровьем, с личностью, все остальное. Если грязно, надо почиститься.
почистить сосуды, может быть, почистить печень. Вот это вот по этому самому. Почему? Потому что тут зашлакован организм, может быть. Если грязные, обшарпанные дома, общественные, это что-то может быть к социальному упадку. Упадку, то есть экономическому упадку и все остальное, потому что общественные идут. Грязная посуда в мойке, на кухне. Это к разборкам, ссорам кухонного порядка, то есть среди родственников. Женщине приснился сон, что она видит у ней на кухне в мойке грязная посуда, и она ее пытается отмыть, а там стопки. То есть, когда стопки, стопки пьют, когда поминки. У них действительно было 40 дней по покойнику, и они всей семьей перессорились из-за наследства, там, из-за каких-то своих дел и все остальное, мелкие вот такие ссоры. Эта женщина пыталась их помирить. Так, что у нас еще? Так, давайте так еще вот здесь вот. Так, грязь на улице. Частые разборки, например, если вы идете по улице, и улица грязная, поэтому здесь может быть, что частые разборки, например, могут быть такие, как у всех остальных людей, если грязь на улице идет. Ну, например, женщина шла, видела себя во сне, что она шла босиком по грязной улице. Что такое босиком? Одиночество, то есть одиночество, и шла по грязной улице. Развод, она вот босиком, это одиночество, у ней развод, и это говорит о том, что развод легкий не будет, то есть польется грязь. Может быть, со стороны родственника, со стороны мужчины будет нелегкий развод. Это такое, как у всех. В большинстве, редко когда, в большинстве идет очень часто, бывает, что и родственники вмешиваются, и сами пара очень тяжело расстается. Я всегда говорю, когда делят уже вилки, ложки, ну, это говорят, люди не хотят расставаться, или очень много обид в этом отношении. Так, грязь в доме, измены, ссоры, недопонимание. А если, то есть грязь в доме, это еще может быть и это самое, и ревность тоже может быть. А если грязь на одежде, опять смотря какая одежда, это первое, смотря у кого, у вас или у незнакомой женщины, или у незнакомого мужчины. Если это у коллеги, например, знакомый ее человек, значит там какая-то будет грязная ситуация, не очень хорошая, если это коллега, значит по работе, может быть, это может быть у вас быть. Поэтому, если это мама-папа, грязная мама-папа, значит, это какая-то ситуация должна была к вам прийти. Вы должны в ней где-то поболтыхаться, потому что это негативный опыт. Что такое негативный опыт? Мы все пришли в этот мир, чтобы понять, что такое опыт. Это самое ценное, которое у нас есть. И вот когда вот идет больше тяжелый негативный опыт, он лучше запоминается у нас. Мы делаем больше выводов из этого. Поэтому вот если мама или папа, значит, это мама – это внутреннее что-то должно пережить, именно внутреннее. То есть это вот, например, если грязная одежда, мама, видите, в грязной одежде, значит, это может быть какая-то грязь, может быть, измены, может быть, еще что-то, то, что вас предали, или прочее что-то другое. Вот вы должны были это пережить. Поэтому раз в жизни я читала в эзотерических книгах, что человека должны где-то предать по этому самому, в этом отношении. Есть по гороскопу, когда человека часто предают близкие, родные люди. И вот когда мама в грязной одежде, это говорит о том, что человеку нужно это пережить обязательно. Он делает какие-то свои выводы. Или отдает карму, будем говорить, тяжелую карму, развязывая узлы. Если это отец, значит, события какие-то могут быть. События, которые тоже могут принести много негативного. Но это тоже события вам пойдут на пользу. Это сложный опыт, который, будем говорить так, научит вас очень многому. Грязное белье в ванной. Когда грязное белье в ванной, это что-то отмывается, и грязное белье – это больше интимного характера. Ванна – это интимного характера. Поэтому здесь еще ванная может обозначать иногда и сексуальные какие-то вещи, потому что это голые там в основном и все и прочее. Когда идут голый человек, незащищенный человек и все остальное, грязное белье, которое прячется. Женщине снился сон, что она увидела, что у нее полная ванна грязного белья. Когда она копанула, у нее муж давным-давно уже общается с другой женщиной. Но он умудряется сидеть на двух стульях.
И я давно работаю, и поэтому там очень была сложная ситуация, потому что мужчина пытался усидеть и там, и там, и там. Ну, разрешили ситуацию, почти полгода с ней разбирались. И он оставил свою любовницу, хотя обещал ей много чего. И там было, и, будем говорить, и обман насчет беременности, и все остальное. Почему? Потому что там много что было. И все-таки он ушел. Вот оттуда был сон именно с полной ванной грязного белья. То есть разбирали. Грязная вода. Это может быть негативная эмоция, которая может загрязнять организм и портить здоровье. То есть вот здесь вот психосоматики. Это болезнь. Психосоматическая может быть болезнь. Принимать грязевые ванны. Ну, единственная вот такая вот вещь, которая идет на позитив. То есть это поправить здоровье с грязью, да. Вот, ну, наверное, то, что я откопала только одну такую вещь. То есть грязевые ванны – это к отдыху, что необходимо где-то отдохнуть. Принять какие-то процедурки, наверное, очищающие, может быть. Сходить к косметологу, может быть. То есть заняться собой. Это отдых, это к отпуску, к здоровью. Ну и, может быть, и к деньгам даже. Почему? Потому что к трате, может быть, деньгам. Но это тоже неплохое, ведь вы на себя родимую тратите. Ну, а теперь еще можно поговорить по, вот, например, по телу, например, грязные руки. Что такое грязные руки, смотря у кого вы видите. Может быть, просто-напросто вы видите, если коллегу вы видите, это может быть, что это коллега, если у вас на работе кто-то что-то потихоньку подворовывает, вам сон может показать конкретного человека, от кого все это идет. То есть это, может быть, где-то что-то делается, не, если у вас грязные руки, что-то вы делаете незаконным путем. Ну, вы должны знать это. Грязные ногти – это ослабленная защита. То есть грязные ногти, иногда бывает, вообще ногти – это защита. Защита головы очень часто бывает. Поэтому может быть зомбировка. Зомбировка вас каким-то образом. Это, в принципе, что такое зомбирование? Это практически порча. То есть это накладывается информация какая-то однотипная, которая вам просто внушается. Грязные волосы, плохая энергетика. Грязные волосы, надо почиститься, почистить энергетику и все остальное. Часто очень бывает от плохой энергетики плохая кожа. Прыщи и вообще загрязненность, вот она сразу видна на коже. Грязное лицо, потеря репутации, поэтому самое может быть. Опять, если вы, например, женщина видела в зеркале свое грязное лицо, поэтому через какое-то время ее обвинили в воровстве. Кстати, она пыталась, видела в зеркале, она говорит, я пыталась отмыть, вот там очень тяжело отмывалась. Почему? Потому что была какая-то грязь очень липкая, говорит, и жирная. Поэтому, ну вот, ей очень тяжело было доказать, что она не воровала. Практически не смогла это сделать. Грязные ноги. Ноги – это парные отношения. Очень часто парные отношения. То есть это здесь какая-то, может быть, измена какая-то, грязные ноги. Может быть, ревность, ссоры в паре. Это тоже к этому. Ну и грязная одежда – это предупреждение, что человек может опять где-то, ну вот грязная одежда, смотря опять что там идет, может потерять свою репутацию. Если нижнее грязное белье, это тоже идет конкретно к, когда получит какое-то белье твое грязное. У мужчины, кстати, когда спрашивают, какие символы могут быть того, что муж изменяет, грязные трусы. Вот грязные трусы, если мужа крою, это почти 99,9, это что, идет измена. Поэтому это как, так и хочется сказать, вот когда в магазине, сколько стоит, вот, например, вот недавно видел бананы, сколько стоит? 3 рубля 99 копеек. Поэтому, то есть одной копейки будет 4 рубля. Вот так и здесь. Ну, может быть, на 1% где-то мы даем скидку. Но практически грязные трусы – это всегда, ну, будем говорить, к измене.